Всем привет. Это называется «Свободные руки». Да. Вот здесь вот рука свободная образовалась. Да, гусь. Ты моя зайчка, зайчонок. Да, гусь. Кузя, рука устала. Кузя. Соответствующий приказ уже подписан, уточнил Никифоров. Арестович попал в центр скандала после заявления о том, что ракета, попавшая в жилой дом в Днепре, была... Кузя. Кузя. Фурфивка. Гладить надо, да? Надо гладить? Давай, глади голову. Вот и моя зайчка. Моя зёлечка. Зайченка ты моя. Зайченка. Все, Кузя, кажется, опять рука устала. Рука устала. У тебя ус куда-то уехал. Смотри, как белые усы какие-то появились, Кузя. Ты красишь, что ли, их? Не? Пошел. Ну, пошел так пошел. Что ж делать? Видимо, тебе свет от камеры мешает. Вот ты почему пошел. Кузя, рука устала опять. Не может она устать. Она вообще не может. Да. Я вот это вот делаю. Бип. Бип. Кузя. Бип-бип-бип. Типа язычок. Вот тут язычок. Тут. Подожди. Кузя. Кузя. Кузя, мне уже она устала. Кузя, устала она, устала. Слушай, у тебя прям вообще, ты так жарко дуешь. Все. Все? Задумался. Вздремни, ложись. Ложись, вздремни, мой хороший. Да. Сидит, меня, скажи, ослепляет. Ух ты, боже мой. Зевулька. Всем пока.